О стандартах питания в детских садах рассказали родителям на специальной конференции. Папам и мамам предоставили возможность продегустировать детское меню. О нормах питания, о сезонном меню расскажем в следующем сюжете. О стандартах питания в детских садах Павлодара рассказали на специальной конференции. Папы и мамы узнали о перспективном и фактическом меню, о том, что блюда не должны повторяться в течение 10 дней. Качество и количество регламентируются строгими санитарными правилами. Главная задача у нас в детском саду – это сохранить жизнь и здоровье ребенка. Над этим мы каждый день, в принципе, и работаем. В летний сезон с 1 июня в детских садах вводится 4-разовое питание. Добавляется еще один перекус. Это может быть сок или фрукт. В отличие от прошлых лет, сейчас в детских садах существует сезонное меню. На столах у детей каждый день должно быть 100 грамм мяса, творог, раз в неделю рыба. Валентина Чесалина, диетсестра с 20-летним стажем, рассказывает, что дети больше всего любят супы и различные запеканки. За 20 лет работы было много изменений. И перспективные меню были совершенно другие. Перспективные меню составляли по нормам. А сейчас мы составляем перспективное меню сезонные, вот как говорили на конференции, зима, весна, лето, осень. Всего в рационе детских учреждений порядка 140 разрешенных блюд. Это строго сбалансированное меню с учетом белков, жиров и углеводов. Раз в месяц работу столовых может проверять специальная так называемая брокеражная комиссия, состоящая из родителей. Евгения Соловьева, мама 4-летнего Ильи, посещающего детский сад номер 17, говорит, что сын в саду с удовольствием ест салаты, а дома поесть овощи не заставишь. Ну, лично я сужу как субъективно по своему ребенку. Ну, скажу честно, он не особо любит, но все-таки бывает так, что он даже остается специально, приходишь за ним пораньше, он остается, чтобы покушать. Поэтому по питанию у меня нету претензий. На конференции не только ответили на все вопросы родителей, но и предоставили возможность папам и мамам продегустировать детское меню. Гульмира Бахтярова, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.